Всем добрый день. Сегодня у нас опять очередная распаковка. На этот раз связана со стеллажом. Небольшой стеллажик, где-то 80 на 177 сантиметров пришел. Причем странное свойство. Дешевле придет из Москвы, нежели покупать здесь, где и производят данную мебель. Ну, вот такая вот ситуация. Причем достаточно большая разница по сравнению с текущими ценами. На его куплено было в Москве. Пришло это все где-то за неделю, но неделя, дней 10. Время было для отправки. Это время, когда отправят данную посылку. Ну и в сумме где-то около 20 дней все это заняло максимум. Ну вот пришло вот в таком состоянии. Стандартная коробка без около 24 килограмм, где-то 23,6. Пришла она вот так вот. Достаточно все хорошо упаковано. Вроде как нигде повреждений нет. Есть углы и так далее. Сейчас давайте посмотрим, что находится внутри. По сути, стеллаж состоит из 6 полок. Первая это на полу, шестая это уже верх этого стеллажа. Здесь картинка, наверное, будет представлена. И идет в шахматном порядке: с одной стороны деревянные стенки, а с другой стороны алюминиевые и стальные стержни, причем по две штуки с каждой стороны. Ну и таким образом зигзагообразно проходит вся деревянная часть и есть основные части из металла. Вот такая вот вся представляет полка стеллаж. И давайте посмотрим, что находится внутри, как все пришло. Может быть, стоит сделать возврат. Хотя, судя по всему, все прошло замечательно. Давайте. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Откроем, посмотрим, что находится у нас внутри. Да, существуют различные расцветки. В данном случае мне понадобился темненький вариант. Есть светлый вариант и среднего цвета. Светлый, темненький светлый и вот самый крайний черный вариант. Ну и как вижу, здесь вот размещены уже заготовки под полки. Всего их 6. Вот есть такие вот одни хромированные стойки, которые ставятся сюда. Ну а с другой стороны идут, соответственно, деревяшки. 5 штук боковинок и есть еще фурнитура. У нас стандартная фурнитурка для установки стальных направляющих. Дальше стандартные винты для того, чтобы стягивать соответствующие детали. Ну, здесь вот, чтобы закрыть последующие. И также есть, ну, тут похоже, пластиковые ножки, которые устанавливаются на нижней полке. Ну а вот сейчас это все дело соберем и по результатам я вам продемонстрирую, что из себя представляет данная полка стеллаж. Ну или стеллаж, состоящий из 6 полочек. Зигзагообразно идет полировка, а в тех местах, где нет полировки, ставятся стальные хромированные стержни для того, чтобы у вас все это находилось в прямом состоянии.
Итак, я вам продемонстрировал стеллажик. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил в полном объеме. Принятие решений только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.